Добрый день, друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы находимся в салоне BikeVent на Каширке и поговорим про шлем Shoei. В данном случае мы говорим про модель X-Spirit 3. У меня есть богатый опыт эксплуатации этого шлема, причем в самых суровых условиях, это гоночные условия. Что можно сказать? Отличительные черты. Это очень легко снимается визор. Буквально несколькими движениями вы можете его менять, чистить и также ставить назад. Это не составляет никакого труда. Также хотелось бы заметить, что у некоторых производителей в этом месте находится накладка. Всем бы хороша, но под нее попадает воздух, особенно на скорости, он начинает очень сильно шуметь. Ну, не говоря уже о том, что иногда они просто отлетают. Одной из особенностей гоночного шлема – это хорошая вентиляция. Ведь в самых суровых условиях жаркой гонки мы не должны поймать тепловой удар, и пот нам не должен заливать глаза, нам нужно видеть, куда мы едем. Я пользуюсь точно таким же шлемом, как в городе, так и на треке. Здесь у меня стоит гарнитура. Еще у меня стоит фотохромное стекло. Это очень удобно, ведь солнечный яркий день, оно само затемняется и становится темным. Но при наступлении вечера или темноты оно становится полностью прозрачным. Также у меня стоит пин-лок, который позволяет вам каждый раз на светофоре не отвлекаться, не открывать шлем и не закрывать его, так как стекло просто перестает потеть, даже в самый прохладный вечер. Если вы ездите не только в городе, но и бываете на треке, это хороший выбор. Желаю вам удачи, поднимайте свой скилл, больше тренируйтесь и желаю вам побольше солнечных дней в этом сезоне. Пока!